Всем привет! Мы тут вышли во двор попробовать мыльные пузырики. Погодка так себе. Давай пробуй. Надо вот по чуть-чуть почему-то так пускать. А как нажимать, так и пускать. Нажимай много раз. А, не вот. Ух ты! Ничего себе! Обалдеть. Классно. Смотри, как много. Да, класс. Мы сейчас в зоомагазин поедем. Надо собакам корма пакет новый купить. Нравится? Покажи, Даша. Тут Надя с Дашей. Давай я буду пускать, а ты ловить. Да. Давай, догони. Смотри, как учу я маму. Ты будешь? Да. Смотри, Даша. Даша там. А Надя с Дашей уже прямой эфир начали. Видите, как они его ведут? На подоконник, на коробку поставили. Ой, телефон, да? Телефон. Книжка. Ненадежная конструкция. Запустим собак, может, они поиграются. И вот такую музыку. Торжественную. Прямой эфир. Туда, наверное, не слышно. Пошли, Алис, мы Дашу отвлекаем, у нее там работа. Пойдем. Пошли, к собачек выпустим, может, они будут ловить пузырьки. Давай. Только в носик ей не надо, пусть она за ними бегает. Зайка. Ой, тепути. Я уже их опять путаю. Луна вроде подросла еще. Подросла, да? Смотри, прикол. Алиса. Фу, они его вижу там. Фу, Умка, фу. Высоко, мы поедете за Умком, высоко. Фу-фу, не лежите только пузырьки. Да, поедем. Надо им купить корма. Ты с нами поедешь? Смотрите, Костя огородил тем, что мы покупали в эпицентре. Сеточка, еще участок. Засаживает там новую траву. Так ему хочется здесь красоту навести во дворе. И вот этот фонарь, который непонятно кто поломал, поедем купим новый. Вот. Ну, мы смотрели в эпицентре. Костя говорит, надо сфотографировать, чтобы точно такой купить. Они, в принципе, дешево стоят, там, что 200 с чем-то гривен такой фонарь. Я так понимаю, по всему этому участку хочет пересаживать траву. Не особо понимаю, зачем, если честно. Мне понятно во дворе газон облагораживать, но вот здесь сбоку, ну, хочется ему. Да и то в целом газон, по которому бегают и собаки, и дети, в принципе, нормально выглядит, как по мне. Косте хочется просто, чтобы прям идеально вообще выглядело. Ох, ох, дерут игрушки свои. Только что вдвоем бежали и вдвоем одну игрушку держали. Ой, ой, Луна играется. Затрепали уже так этого Мишку. Закончились? А, ну покажи мне, закончились? Понажимай. Ой, дождик что-то начинается. Меня не трогай. Отходим, отходим. Я сегодня фиолетовый. Сейчас будешь грязный быстро. Видела? Дождь пошел. Да видела, я только не понимаю, зачем тебе это. Как зачем? Потом вот эти плеши будут еще. Ну, просто... Не знаю, там мы вообще не видим той травы, и никто ее не видит. Я зимой вижу, зимой ее все равно не будет. Я вижу, когда она... Тратить столько на это времени. А, есть еще все-таки пузырики, видишь? Есть еще зайка. Ну, если что, у меня вот запасные в руке. Так что, если закончится, еще одна бутылочка есть. Мама, закончились пузырики. Да не закончились они еще, еще есть. Нажимай, отпускай. Да, вот так. Ну что, иногда беспрерывно выпускаются, иногда еще только при нажатии. Закончись. Нет, это там что-то либо ломается, либо мы не поняли, как правильно пользоваться.
Может, там как-то режимы выбираются беспрерывного и при нажатии, скорее всего. Собаки вроде на Алису прыгать перестали. На Лума на Умку прыгает. Кусает его. Играются. Да, нет. Пусто? Ничего себе, на. Это ты производительно. Держи. Она запускалась здесь. Сейчас сделаем еще. Их. А, они сейчас друг другом заняты. Когда Умке скучно, он с тобой играет. А когда Луна приезжает, он с Луной. Ты на пятках ходишь? Поймал. Отравишься. О, вот сколько, смотри. О, у тебя есть пузыря. Ну вот, собака с тебя пример взяла. И тоже ловит ртом. О, Боже, ты тут пишешь, Надя там пишет. Да, у них прямой эфир. А, у них прямой эфир? Да. Пирожка там есть. Ого, ну ты и наделала. А из пузырей целую мозаику. Где? Вон. Точно. Какой-то слизняк получил. Надо огурки вообще помыть. Алиса говорит, делаю пирожку. Так, пюрешку или чернику? Ну да, похоже на ягодку. Фу, Луна. Луна, фу, это нельзя. Это невкусно. Смотри, пюрешка, черника. Луна вон лежит. Познакомься. Пенка. Опять я Умку с Луной перепутала. Это был Умка. Нет, не прыгай на меня. Нет, нет. Тортик уже целый у тебя вышел. Из пенки. Сейчас опять закончатся пузырьки. Ваше величество, слышишь? Корона. Алиса говорит, ваше величество. Надя поставила как корону Даше телефон на голову и меня в прямом эфире показывает. Ваше величество. И Надя говорит, ты подставка, говорит Даша. Подставка под телефон. Смотри, тортики. Эй, фу, фу, нельзя. Алиса, не надо, не давай ему такое кушать. И Луне не давай. Отравятся. Я перешла на маленький фотоаппаратик, на него удобнее снимать, но качество, конечно, хуже. Кто там едет? Это же я, Ай. Это мой самокат. Поедешь с самокатом? Да. Давай я его в багажник положу, а ты в машину снимешь. Давай. Заходи. Все, сегодня мы с самокатиком едем. Странно, что один едет на велосипеде. Странно, что только один едет. Ну да, обычно там многие ездят. Странно. А ты помнишь, мы с той горки катались на санках? Когда снег был, помнишь? Да, мы с этой горки катались. Помнишь, дедушка, как съехал наш? Да, а теперь снега нет, все зеленые. Да, потому что уже весна, почти лето. Да. А ты на море хочешь, доченька? Не? А тебе же там нравилось и плавать, и ракушки собирать. Помнишь? Да. Медуз смотреть будем. Рыбок. Вообще мы еще точно не знаем, поедем мы на море в этом году, не поедем. Если поедем, однозначно не так много, как в прошлом. Может быть, это будет 3 недели максимум. Ну, это нормально, это прекрасно. Я где-то читала, что полезный эффект от моря начинается, по-моему, с 7-го дня, когда ты приезжаешь туда, с 7-го дня. То есть, если ехать на неделю, то это почти бесполезно. Ну, польза будет, потому что все равно будут положительные эмоции в таком плане. А именно лечебный эффект вроде бы через неделю. Но я не уверена, что это правда. Это где-то я слышала просто такое. Вот, а поедем или нет, это все еще пока в воздухе подвешенный вопрос. Мы тут сейчас так медленно в пробках едем. Видимо, дорогу ремонтируют. Костя говорит, ощущение, что в Киеве едем. В пробках.
Да, тут ведутся какие-то ремонтные работы. А нам направо? Ну, я думаю, так пойдет. Наверное, срывают асфальт здесь сейчас. Пока доехали до зоомагазина, малышка уснула. Сейчас тихонечко выходим, чтобы дверями сильно не хлопать. А с ней бабушка посидит. Ничего не вижу через стекло. Вообще уже машину пора мыть. Смотрела на один эфир. Ее там спрашивали, как она относится к хейтерам. Я так себе ехала и подумала, что все хейтеры, они как будто какое-то расследование про нашу жизнь проводят, что мы им как будто должны отчитаться, как мы вообще жили, что у нас было раньше, все в подробностях. Да ничего мы никому не должны. Ведем на свои каналы, показываем свою жизнь, как мы сейчас живем. Да и все. Нравится — смотрите, не нравится — не смотрите. Мы не должны никакие отчеты никому предоставлять. Мы ни у кого ни на что денег не собираем, чтобы отчеты какие-то предоставлять. Ведем себе свои каналы, да и все. С чего вообще хейтеры взяли, что мы что-то им должны? Мне вот это интересно. Вообще, мне кажется, любой человек имеет полное право, что ему хочется рассказывать, а что не хочется — не рассказывать. В любой личной жизни должны быть какие-то моменты, про которые не говорят на весь свет. Поэтому все эти требования, типа, вы там что-то умалчиваете или врете, это глупость полнейшая. Жду Костю под зоомагазином. Опять забыла маску взять. У меня прям целая проблема. Выхожу из машины и забываю. А он пошел водички купить, попить. Костя с магазина идет с водичкой. Я ему показала жестами: захвати маску в машине. Ого, большую водичку купил. Думала, он какие-то малюсенькие возьмет попить. У меня у мужа, знаете, какая привычка? Когда он вот так несет маску, если, например, я уже зашла в магазин, то он обязательно этой маской вот так возьмется за ручку в магазине. А я потом ему говорю: ну все, я пошла в машину за новой. Их два у вас, да, есть? Кто будет для крупных, то медиум. А такой еще один есть? Настя ж у нас или уехала? По-моему, у нас еще. Утка. Давайте два возьмем, да. Да, наверное, кошачка. Завезем Насте тоже хороший корм для Луны, чтобы она не таскала потом.